Всем здравствуйте, старик Гиперборейский снова с вами, а также вместе с нами Инга Иорн, которая не желает быть угнетенной. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Да, свободу эльфам, лесным эльфам свободу. Я подпрыгиваю. Кто ж вас угнетал-то? Вот эти высокие эльфы, которые слишком высокие, и носы у них задраны. У нас задраны не только носы, так что пошли. А, заправлены у вас в планшеты космические карты, да? Заправлены у нас в планшеты космические карты. Так, ну мы с вами идем куда? Поговорить с Ярлом Редхорном из прошлой серии. Мы знаем, что нас послала эта местная подруга. Слушай, смотри, здесь есть торговый пост. Пойдем торговать. Да господи! Нет, не хочешь? Ну пошли, ладно, пойдем. Хочет торговать. Давайте лучше посмотрим на Морфол. Мы первый раз в этом городе. Я так столько раз тут был. Так и это здесь. Они оба здесь уже, подружки. Да, вижу. Она и говорит, что передали ей записочку. Пошли посмотрим, что там будет. I already received orders from your father. What more is there to say? Orders? Right. But you need to prepare the Hold's defenses. And what must we defend ourselves against this time? More urns and fetishes? Please, Jarl Redhorn, let my friend explain. The threat to our Holds is worse than you can imagine. Всё? Она говорит, выслушай мою подругу. То есть меня. Ну, подругу, то есть она говорит моего друга. Неважно. Во-первых, мне непонятно, был здесь Ярл женщина, а это же было раньше, да, был мужчина. Конечно. Так, ну чё, Ярл Редхорн, давай с тобой трепаться, я хочу с этой стороны. Ты повернешься? О, и меня развернуло. Ты не из нашего королевства, а эта женщина великанша с Востока. Верховный король предупреждал нас. Аж... пионах пакта. Но раз уж принцесса Свана тебе доверяет, я готов тебя выслушать. Расскажи мне об этой угрозе. Ковен ледяного предела способен призывать смертельные опасные магические бури. Одна такая буря уже уничтожила храм Килкрит. А мы не поклоняемся Дейдра. Нашей горячей крови не страшны никакие бураны. И сейчас нам некогда возиться с северными бурями. Мы получили приказ Свагрима. Скорее его на нем... Так, вскоре о нем забыли и тут же столкнулись с целой толпой предельцев. Чего это вы так забыли-то? Верховный король Свагрим отдал приказ? Верховный король прислал королевский указ. Велел оставить в покое и не трогать странные предметы и амулеты, которые заметили на землях владения. Сказал, что они опасны. Так получилось, что мы нашли несколько таких вещей. Я приказал своим солдатам их уничтожить. Тут-то и появились предельцы. Вот нехер было уничтожать археологические ценности. Похоже, это были предметы для ритуала Ковена Ледяного Предела. Расскажи-ка мне об этих предметах и предельцах и всяких разных. Этим варварам не понравилось, что мы уничтожили старинные ведьминские палки. Мы дали им отпор и загнали их в ближайший кан. Однако с тех пор я не получил от своих солдат никаких вестей. Раз ты уже имел дело с этим раньше, может, сходишь и посмотришь на этот курган? Слушай, да я прям так хочу на него посмотреть. Я отправлюсь в курган и выясню, что случилось с твоими солдатами. А будь я на пару лет моложе, я, может быть, имея больше солдат, я бы направился на восток, прямиком к Морфольскому кургану и разобрался бы с этим колдовским безобразием лично. Но, увы. Кроме того, у меня есть и другие обязанности, и стрела в колене. Возьми этот ключ, он поможет тебе попасть внутри курган.
Расскажи-ка мне про палки ведьминские, которые вы нашли и уничтожили. Ну, длинные и безобразные палки, все покрыты какими-то странными рунами, увешаны амулетами и вымазаны какой-то дрянью, воняющей тухлыми грибами. Они были расставлены вокруг города. Мои солдаты предположили, что найдут их в кургане, однако вместо этого прислали весть о предельцах. Принцесса Сванна попытается убедить своего отца как-то отреагировать на эту опасность. Правда? Я слышал, принцессу больше интересует... Ну, впрочем, нет, не буду пересказывать досужую болтовню. Сванна хорошо держится. Она не унаследовала изящество и грациозности матери, однако ведет себя как настоящая воительница. Хотел бы я сказать то же самое и о своей дочери. А что, у тебя есть дочь? Да, прям заинтересовался. Была 5 лет назад, но ее потеряли. Возможно, если бы я был с ней построже, ей бы хватило сил выжить. Дочери — самая большая слабость отцов. Но довольно о наших детах. Сейчас нужно обстоящим. До свидания. Потеряли дочь. Странно. Она сбежала, наверное, от него. Он там, видать, ее терроризировал. Ну... Какой большой сундук за троном. Где? Иди скорее возьми. А, попалась. Врет. Подожди, за троном у него вон перед троном интересный сундучок. Ларец какой-то. Шкатулка ларец? Для драгоценностей, да. Ну нельзя тут ничего красть. Пойдем. Сколько у меня написано? Сванна. Я узнала, что Ярл ведет себя разумно, и я рада, что отец наконец-то начал действовать. Раз он отдал приказ, касающийся ведьминых пик, значит, мне удастся до него достучаться. Проверь, как обстоят дела в кургане. Я должна рассказать Ярлу о моей матери. Ага, понятно. То есть она тут остается. Так, а это Громила... А Лирис с нами пойдет? Она идет за мной. Ты знаешь, почему я ненавижу норские курганы? Потому что там водятся драугары. Давай побыстрее закончим. Не надо мне рассказывать про драугаров, мы все о них знаем. О, как у вас тут приятно. Так, а где же у вас тут торговец? Вигрида. Таверна Шепчущий топор. Эйга. Я не вижу здесь тавернщик. А почему ты думаешь, что тут должен быть тавернщик? Вон тут кто-то. Вот. Эйга. Вот, магазин трактирщица. По-корейски. Так, продать. Железный меч. Вдохновение от разбора. Так, сапоги. Вот я ей хочу продать сапоги за 12 рублей. Дубовая имперская жаровня, я тебе не продам, ты что? Так, бутылку не продам. Так, а этот-то вроде как получше. Так, максимальный запас сил. А, это из набора, понятно. Не особо тут разбежишься, честно говоря. Вигрида. Кабана терзает. Ведь это же кабан? Или так, бык? Я бы посох поменял, блин. Посох надо поменять. Так, шлем средний за 21 рубль продаем. Вот здесь можно крафтить. Так, а станок есть где-нибудь? Оловянное кольцо. Увеличивает вдохновение от разбора этого предмета на 300. Позволяет получить при разборе дополнительно очищенный материал. Ладно, не знаю, наверное, нужное. Ну, это опять же для крафта. Настойка, тоник, сыворотка магии, сыворотка здоровья, ремесленный сундук, кронный яд не хочет покупать, корень нир на серебро. Серебро не берет вообще. Серебро — это тоже для крафта.
Слабый глиф электричества. Слабый глиф хода. Я, наверное, все это продавать буду. Мне что, я крафтить не собираюсь, а что оно будет у меня занимать? Надо будет, наверное, тогда оно и будем думать про эти глифы. Ну, слабый глиф удешевления. Зачарование уменьшит затраты запаса сил. Что-то я не знаю. Короче, нафиг мне эти глифы. И вот эти оттиски еще у тебя остались из какой-то там гробницы Родана, Мадана, блин, еще с, когда мы в Моровинде бегали, они как бы продать нельзя, а что с ними делать, непонятно. Ну, у меня ничего не осталось, я же... А, ну да, 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 ты же по новой создала. Да. Просто не знаю, мы в Моровинде, если, может, оно надо будет, когда назад вернемся, а может, и не надо. Я не знаю. Портрет на холсте небольшой, я продам за 40 рублей, покупает. Глиф поглощения магии, маскировка дракона, камни, бутылки. Так, ну что у меня, сколько? 42. Так, крафтить я не буду, поэтому глифы все продаю. Но глифы — это зачарование твоего оружия вообще-то. Ну я все равно беру, вот посох нашел, наверное, с каждого идиота выпадает. Я буду что, крафтить что ли? Из какого-то волка бац посох, из какого-то раз новый посох. Мне вот эти девать некуда, уже насобрал, насобирал. Надо сейчас поменять и это самое. И продать ей те, которые уже как бы уже порченные. Так, дружок. Давай-ка мы сейчас поменяем тебе посох. Так, дубовый морозный. Вот тебе посох. У меня сейчас стоит здесь морозное оружие. Вот. 19 уровня, дубовый пламени. Все 19 уровня. Дубовый восстанавливающий 18. Посох лечения, двуручная обручь. Свиток кронный, не забывайте, а вы копаетесь в инвентаре. У нас кронный свиток, он там два на 6 часа. Часов. А не на 6, на 2 часа. Так, дубовый посох. Левая рука. Что это здесь? Ничего нет. А в левую я могу взять? Не могу. Ты какая собака. Какие собаки. Мастифы. Вот это отстань да. Отстань от меня. Голубоглазые. Глаз. Так, вот это я тебе продам. Так, ты еще на лук пророка 15 уровня не это самое, не раскачалась? Нет, мне, по-моему, один уровень остался. Ну пойдем тогда, все, я закончил. Ты где? Я уже по дороге туда. Ах так, ты что? Ты меня бросила, что ли? Конечно. А сколько можно там копаться? Уже. Так, где он там у нас? Подожди, сейчас я. Ага, вон. Так, это мы идем с вами в сторону Вайтрана, я так понимаю, да? Да вон тут, вон прям уже за углом, можно сказать, этот курган. До Вайтрана мы с вами не дойдем. Это где-то вот прям тут. Подождите 5 минут. Ну. Иду. Я первый туда пойду. Первый. Курган мой, мой, все сокровища. Ах ты, там смотри, там какие-то жлупни стоят. Конечно, жлупни. Видишь этот холм, это и есть курган. Вход будет внизу. Так, кто это, кто это, кто это? Танк воительница Энира. Надо с ней перетереть. Нас послал Яр Редхорн. Так. Эй, ты! Курган нельзя, никто не войдет. И никто не выйдет. Мы об этом позаботимся, блин. Нас прислал Яр Редхорн. Он сказал, что
от солдат, которых он отправил в курган, не было вестей. Я не хотела отвлекать тех немногих, кто у меня остался, набегать сообщениями. Мы уничтожили странные палки, установленные на окраине города. Когда мы добрались до кургана, то заметили несколько варваров-предельцев. Я отдала приказ, и мы пошли в атаку. Кстати, варвары-предельцы как-то уж очень сюда... Откуда они могли припереться? И вообще, даже рядом там нигде их нет. Из предела. Да, далеко шли. Ну, очень далеко они должны были идти. Так, ладно, что произошло-то? В кургане разразилась буря, представляешь? Могу поспорить, это была черная магия. Солдаты начали меняться у меня на глазах. Одни умирали, другие впадали в ступор. И некоторые превратились в чудовищ. А потом из могил полезли драугры. Ты видел в кургане те странные палки? Пока внутрь мы так и не зашли. А когда началась буря, я сумела только вынести солдат и запечатать дверь. Если действительно прислал Яру, и ты хочешь войти в курган, я не стану тебя останавливать. Но если ты выйдешь оттуда чудовищем... А, вида ужасного. До свидос, говорит. Понимаешь? О, сидит. Вот кряхтит. Сидит, кряхтит. Так, ну что, не затягиваем, да? Ну пошли, да. Не затягиваем. Так, даже не знаю, мне может быть даже... Ой, мышка, крыска. Временной кушак. Никель. Детерин какой-то. И та. Господи. Видишь, для чего нужно было инвентарь освобождать. Ну что, идем? Ну, идем. Мы не суемся к кургану недалеко от Морфлова. Ты разве не знаешь, что там обитают призраки? Яр заставляет нас регулярно патрулировать окрестности, потому что древние мертвецы любят пробуждаться и бродить повсюду. Досадное явление, но время от времени приходится с ними разбираться. Вот почему мы всегда наготове. Так, воительница Эрна. Так, я даже думаю, что надо сделать от первого лица, потому что так будет гораздо интереснее. Светлячок убрать не будем. Светлячок, дурачок, отмычечка. Лунный камень, чертеж, солитюдское кресло деревянное. Как вам везет, мне никакая мебель не попадается. Ну... Что делать? Вода. Ну все, так, урна. Пепел, да. Так, вон там стоит какое-то чмо. Вон оно. Желательно. Справа. Справа, так. Направо или налево идем? Куда? Я урну обыскиваю. Лунный камень. Жих обыскал вообще. Ну ладно. Ну тут их сколько, посмотри. Сколько? Направо или налево? Решаем вопрос. Так, ну решаем, идти. Решаем. Решайте. Тогда надо этого жлоба бить. А, ты Драугар. Какая прелесть. Это здесь, нет? Такое впечатление, что у меня опять что-то не работает. Почему? Это как-то меня покоцали. Я так сильно подозреваю, что здесь эти самые враги-то вашего уровня, а далеко не моего. Кинжал не надо вам? Кинжал надо, а где? Я могу дать вам. Ну, давайте. Стойте на месте.
стою. Так, F. Лич, сообщение, отмена, обмен. Угу. Так, значит, вот у меня есть кинжал. Стальной кинжал электричества. А уровень 19 у него, блин, ты его не возьмешь. А, ну ясно. Ну, в принципе, я тебе могу отдать этот... Не, ну ты мне его можешь отдать, пускай он у меня будет. Подожди, а у меня лук пропал. Я его не продавал. Ты перещелкни, там просто есть это оружие. Ну, я так и делаю. Ну. Посох, кинжал, а лука нет. Ну, может, продал, не заметил. Или он ничего не... Ну-ка, подожди. Инвентарь. Вот, лук пророка есть. А когда тебе меняться, он не появляется. А, ну, может быть и так. Ну, ладно. Тут записочка. Письмо военачальнику Рукару. Не хочешь почитать? Тут Драугар уже на меня смотрит. Рукар, мне плевать, что за сделку наши предводители заключили с ведьмами Ковина. Я возвращаюсь в предел. Тайные встречи, вампиры. Я не трус, но во всем этом слишком много непонятного. Я, как и любой пределец, хочу вернуть нашу землю и уничтожить этих нордов. Но такой уровень магии – это уже слишком даже для такого старого шамана, как я. Если тебе дорога жизнь, ты последуешь моему примеру, прежде чем эта затея тебя погубит. Авва или Абба. Да. Вон он, этот пределец. Слушай, правда очень похожа форма на него. Чего там? Ой, а вон еще стоит. Че, бьем? Где? Ну, вон. Я не вижу. Да вот же, передо мной. Ну, 4 золота. Слушай, а мы тут этот вампирис сангринис, или как он там, не заработаем? Не знаю. Вампирами не станем. Ну, наверное, как-то они это самое сказали бы об этом нам. Да? А потом как раз сюрприз. А смысл, конечно, искать по этим ящикам все. Ты забираешь там и... Я отмычку беру. Я пока... Ну, Корун, марун, наверное, потом продать можно. Крафтить я не буду, а продать продам. А ты... На том-то надо как-то накопить, надо же дом нам где-то покупать. Ну, тебе, мне тоже точно, у меня там хоть денежка побольше. А разве дом можно купить на внутриигровые деньги? А на какие, блин? По-моему, на настоящие. Да ладно, блин. Ну, вот тебе и ладно, как ты думал. А ты думал, для чего вся эта история с онлайном? Исключительно, чтобы вытаскивать нормальные денежки. Так, так. Слушай, нам направо. Да? Ну, пошли. Вон опять. Драугар Громила. Медок. У меня все больше отмычки попадаются, кстати. У меня тоже попадаются отмычки.
Так, а мы здесь уже были, судя по пустым урнам. Нет? О, злокрыс. Хочу посох поменять, подожди. Давай. Блин, это еще что такое? Монстром мрака это был. Кошмар. Так, бестиарий Темриэля для детей. Кому надо, читайте. А вот тут какой-то алфавит, блин. Корона Фрейдис? Это что это за корона Фрейдис? Где корона? Это моя была корона. Я положил. Это книжка была. А, книжка твоя. Да. Не моя, она чья-то. И ты как там так сгорел? Нет, подожди, золото надо забрать. А я что-то не нашел там золото. Так, кофе. Кофейку не хочешь? Ну ты все, здесь нет. Ну вот же я. Вот же. Вот же. Так, эти тела, это же солдаты Ярла. Ну да, солдаты Ярла. Камешек груз заполнился. Кто-то где-то уже кричит, я слышу. Наручи, пояс я нашел. Дай-ка посмотри, что за пояс. Выделанный пояс. Так, тяжелая, зараза. Средняя. Мне легкая нужна. Ты здесь, нет? Да. Ну а в чем дело, что не идем? Ну, вы же там ковырялись в инвентаре. Все уже можно. Стальной кинжал. Иди забери, может тебе стальной кинжал. Может быть, а, пепел у меня уровень. Там. А не стальной кинжал. Ну, короче, 19 уровня кинжал, тебе не дать его никак. Так, да тут я смотрю. А, тут, кстати, вот это место, оно как бы вот уже, понимаешь, мы пришли. Выплыло обыскать Морфовский курган, уничтожить ведьминскую пику. Угу. Скудная жатва, реликварий серой рати надо перенести. Защищайте ведьминскую пику, не дайте им ее разрушить, говорит это какая-то же жлобина там. Да? Так, уничтожить. Так, сейчас я поставлю. Я сейчас. Ты где есть? Я сейчас поставлю этот. Чтобы здоровье поправлять. А ты давай тогда. Стреляй оттуда. Здесь, наверное, где-то эта пика-то. Уничтожить ведьминскую пику, да. Ну, я не вижу, где она. Да вот здесь, наверное. Не она. Это кто? Вот она.
Да в кого стрелять-то? В ведьминскую. Вот дерево такое здесь было. А. Тут просто куча народа, я не поняла, в кого. В кого стрелять надо. Так, ну-ка пошарим, что там у нее за столом. Все, что ли? Чертеж тумбочки, надо же, блин, я набрал. Воск, перчатки. Ну, все. Легкие бретонские, не, мне лучше. Руки легкие. 19. Ну, у меня хоть уровень 11, но защита-то у меня лучше. Так, надо мне тоже посмотреть, что мы там набрали. Не повысилось ты еще? Ароматная. Нет, у меня 9 уровень всего. Что у меня здесь? Видите, начнет здесь. Ну да, вон, потому что новые эти самые пришли, новый народ. Отсюда вот нахрен. А тут в инвентаре копаться? А куда ты пошел? Себе дороже. Наверх, куда показывает. Но. А, вот сюда вот по лестнице. Да. Пошли, да? Да. Я попытался поставить себе в другую руку кинжал, блин, и что-то как-то не понял. Нет, нельзя. Ты кинжал и посох нельзя держать. Это самое. Ну, а он-то ставится, блин, туда. Да, но ты можешь либо там два кинжала, или там кинжал и меч. Очень надеюсь, что мне больше никогда не придется лазить в курган. Да ладно, там и не было-то ничего. Там кургане. Так, сейчас подожди, уберу тогда, чтобы уже не было ни хрена. Так, левая рука. Дополнительно дубовый посох пламени. Электрический кинжал. Ты мой тушканчик, мой бегемотик. Та-та-та-та-та-та. Тушкан-бегемот. Боевой тушкан. А, подожди, надо с этой поговорить, с громилой. Лирис, титана рожденная. Никаких следов ведьмы и украденного реликвария. Пора возвращаться в зал Ярла. Как думаешь, что мы только что видели? Остатки того, что могло приобрести... могло перерасти в гораздо более масштабное нападение на Морфол. На момент проведения ритуала единственная уцелевшая ведьминская пика оказалась та, что находилась в кургане. Солдаты попали в мрачную бурю, однако город был спасен. Так, именно поэтому солдаты стали монстрами мрака. Что же произошло в Килкрите, когда началась буря? Но меня больше интересует ведьма. Почему этот реликварий Серой Рати был настолько важен для нее, что она схватила его и пустилась на утек, едва не завидев? Ну, идем поговорим с Ярлом Редхорном. Увидимся в зале Ярла. Взял Ярла? Взял Ярла. Или в магазин? Нет. В магазин нечего.
Ой, вот в этом доме знаешь, кто живет? В Хартингере ходит беда. Говорят, ходят слухи о какой-то странной буре. Бедняги, я слышал, Ярл Редхорн приказал солдатам обыскать владения. Интересно, что они там ищут? Какой дом? Дом этой Агнеты, как ее звали-то? Флингар тут еще где-то был. Вот именно, вот там он и живет. Да. Так, ну что, пойдем? Бухал, что ли? Похоже, что да. Понятненько, они тут с этим ярлом бухали. Ну все, давай рассказывать. Ну что, друг Сваны, так ведь ты хорош на самом деле, как на словах. Расскажи, что тебе удалось разузнать о Морфольском кургане. Несколько твоих солдат спаслись, но всех, кто был в кургане, забрала мрачная буря. Мрачная буря? Как та, о которой рассказывала принцесса? Та, что уничтожила Килкрит? О, боги. Чума, возьми этот предел и его орду варваров. Что еще? Что с предельцами, которые были в кургане? Мы уничтожили ведьминскую пику, разобрались с предельцами, однако одной ведьме Ковина удалось ускользнуть. Досадно. Но удивительно. Ведьмы из предела очень хитры. Все равно спасибо тебе. Хьялмар начнет готовиться к войне. Пусть у нас нет защиты от мрачных бурь, но будем готовы к атаке, как только появится враг. Как только мы узнаем, где скрывается предводитель Ковина, Свана пришлет тебе весточку. Передай, поговорить со Сваной. Свана, ну что, набухалась нормально? Поговорить тебе? И Лирис, нам удалось завоевать доверие ярла Редхорна. Мой отец уважает ярла. Это поможет нам убить верховного короля в том, что Ковен представляет серьезную угрозу. Теперь надо проделать то же самое в Картальде. Расскажи-ка мне об этом Картальде. Что за Картальд? Я тоже не знаю. Ага. Это владение было создано, чтобы укрепить границы с пределом. Правит им ярл Ольфе. Если какой-то из западных владений и может справиться с надвигающимся злом, так это Картальд. Но сначала мне нужно еще кое-что обсудить с ярлом Рейдхорном. Прибухнуть еще? Конечно. Давай. Ну все, а нам, короче, туда идти надо. Собирай, говорит, все свои силы, ты нам... Solitude? I have troubles here in Yarmarch. Why should I leave when my hold needs me? Верховный король, возможно, он тебя выслушает, она его приманивает. Ну вот, он согласился поговорить с отцом. А мы в Картальд, все, понятно. Картальд, да. Хочу продать всякую херню, которую я набрал. Потому что в Картальде еще что-то будет. Так, где это, мадам? Ну ты там ничего не продашь. Там продавать можно только единицы. Так, сейчас ему продадим, что надо. Так. 17 уровня посох я продаю. Стальной кинжал электричества. Раз я его все равно не могу таскать, зачем он мне туда нужен? Гуарана. Или может оставить? Ты Подожди. Кинжалом ты пользуешься? Да, я пользуюсь кинжалом, но сейчас я пока не... Короче, мне надо достигнуть 15 уровня, чтобы я могла менять оружие. Лук и менять на кинжалы. Понимаешь, я думаю, что до того момента мы еще наберем этих кинжалов, и что я продаю, короче говоря. Да, блин. If you're looking for hunting tips, look out. Где был этот... Так, могу я что-нибудь сделать? Ничего не могу, значит, надо выкидывать эту гуарану, всякую эту хрень. Hello, stranger. Welcome.
Железный меч я, наверное, хочу... Вот у меня есть ледяной пламень, амбита, кинжал, но он вообще первого уровня или какого? Четвертого уровня. Но я его пока не выкидываю. Латные перчатки тяжелые. А что ты говоришь, корень Нирна, блин, стоит дорого? 2 рубля он стоит, блин. Обыкновенно, а красный 5 рублей. Ну, хоть что-то стоит. Тут же вообще мало что вообще стоит. Вон, все по нулям. Создает яд 3-го уровня. Мне нужен, не знаю. Кость нужна для крафта. Вот это вот все, что нужно для крафта, и оно все и забивает этот самый инвентарь. Сердоникс, компонент для создания доспехов с определенной особенностью. В общем, фигня. Так, аметист, компонент для создания оружия с определенной особенностью. Не знаю я, что мне продавать. Не знаешь, что тебе продавать? Ну, потому что я захожу в Solitude, я там крафтить начинаю. А так просто продавать, когда не знаешь, сможешь ты это в крафт использовать или нет, смысла нету. Так, куда нам... Куда-то туда. Бежала опять от меня, да? Сейчас я посмотрю на карту, куда нам. О, слушай, нам далеко. Нам лучше использовать святилище. А там что, есть святилище? Да, там есть святилище. Так, сейчас подожди. Дорожное святилище храма Килкрит. Я вижу. Где ты видишь, куда нам? Ну, вон стоит. Дорожное святилище, южная застава. Так. Драконьего моста вижу. Солитюда вижу. Храма Килкрит вижу. Вниз смотри. Нижний левый угол. У меня там ничего нету. Ну вот, смотри, Морфол. У меня есть факел, у меня есть факел. И вот ниже факела. А ниже факела у меня вот встретиться со Сваной в трактире черным отмечено, а святилища там нет. В трактире вечный снег. Какой черный? Вечный снег, да. Оно черное, как бы, понимаешь, такое, не белое. Значит... Бежать надо туда. Чего тут далеко? Хрен тут далеко. Ну, я уже давай. Тут. Это я уже открыла, значит, это святилище, когда ты таким образом. Вот. Хотя странно, если да вроде так далеко не забегала. А может, ты забегала, ты когда-то там это самое от... От волков я когда от бегала. Волков, да. Бегала там кругами. Блин, у меня тут псы какие страшные. Вечный снег. Все-то это Свана по трактирам шатается. Чего, на трактир пошла? Наверное. Ну, я пока не в трактир, я смотрю. А почему у меня какой-то трибун? Какой еще так, трибун? Встретиться со Сваной. Блин, я не туда побежал. Господи. У вас сюда все равно. Пшеница. Книжечка. Старинная нордская застольная песня. А мед, 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 мед.
Счастлив тот, кто его пьет. Он сладок всегда, от него не будет вреда. Мед, 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 мед. Счастлив тот, кто его пьет. Вот. Вот. А вот он мед. Бедный Гиперниелюшка наминает свои булочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мишка тут меня хотел скушать. Зацепка трон снежного принца. А что за зацепка? А, это доступно для лоцирования. Вот оно что. Угу. Интересно. О. Фух, тяжко. Фух. Ну, где конечно, это? Тяжко мне. Где, где? Еще бежишь? Бегу, тут медведи, всякие разные вампиры, хрен знает. Вижу, вижу. Еще бежать и бежать. Да нет, вы уже близко. Тролль вон живет под мостом. Ну, ты пробегай просто мимо, и все. А я что делаю? А я ж не знаю, что ты делаешь. Куда ты знаешь, что я близко? Я на карту посмотрела. Конечно, на карту смотрите. Представляете? Так, нельзя тут срезать, а? Интересно, можно тут рубить дрова? Это топор больше, чем вот мой эльф. А куда ты там что срезать хочешь? Сейчас я все срежу. Да, я вот хочу святилище открыть и все дела. Ага. Я ж не знаю, каким образом ты здесь оказалась. Наверное, раньше бегала. Наверное. О, дорожное святилище. Все, теперь я тут рядом. А вот и эльфенок стоит. Они разоряют друг друга. Разорвали. Inside together. Мы позаботимся, говорит, о том, чтобы они более качественно драли уже нас. Так, что, трепимся? Кого-то разодрали здесь, видишь, валяется. Эти несчастные, они из Картвотча. Возможно, это все, что осталось от их города. А что с Картвотчем случилось? Так я думала, что мы его не увидим. Говорят, там был ураган. Ужасный, разрушительный. Он прошел по всему городу. Наверняка это была мрачная буря, никаких сомнений. Там могут быть и другие выжившие. Может, даже Ярл. Эй! Надо попытаться их отыскать. Хорошо, давай отправимся в Картвотч. Упущенная секунда может стоить кому-то жизни. Она сказала Натюрлих. Это, не знаю, какой там был Натюрлих. Пошли? Пошли, у нас, правда, минут 5-10. Так может тогда здесь и пока остановимся, потому что что-то там, мне кажется, в этом Картвотче будет не быстро. Не быстро, да, давайте вот здесь остановимся. А что вы как-то прыгаете-то? Ну, давайте. Так, нормально, я прыгаю, как положено всем по прыгулам. Ну что ж, многоуважаемые зрители и подписчики, на сегодня это все. Спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания, встретимся в следующей серии. Инга Йорн скажет вам свое знаменитое. И пока-пока-пока.